В этом видео покажу, как обновить любой, практически любое устройство Garmin, именно саму прошивку аппарата, не карту. Обновлять его нужно периодически, потому что выходят какие-то обновления, патчи, какие-то доработки, мелкие косяки закрывают по мелочи. Но самое важное, что новые карты, например, CityGuid, CityNavigator 2017 и выше, он не работает со старыми прошивками, необходимо обновить прошивку самого аппарата и только потом уже заниматься самой картой, обновлять саму карту. Для обновления используется программа Garmin Express, ссылка будет в описании. Открываем программу, запускаем, устанавливаем, везде далее-далее. Он предлагает установить драйвер Garmin, соглашаемся с установкой, доверяем ему. Программа сделает ярлык на рабочий стол, запускаем программу. С этим проблем возникнуть не должно. Запустили программу, она пару минут включается. Включается вот такое окно. Жмем «Добавить устройство». Подключаем Garmin к компьютеру. Ну, в данном случае к ноутбуку. И ждем, пока сама программа Garmin Express обнаружит наше устройство. Она нашла. У нас Novi 215V. Жмем «Добавить устройство». Здесь можем пропустить, не вбивая нашу почту, это соглашение на рассылку рекламы и так далее. Но чаще всего это спам. Здесь вот название, вы забиваете название так, чтобы потом не перепутать, если у вас несколько устройств. Нажимаем далее, он разрешит сбор анонимных данных. Я отказываюсь от этого и ждем. Он проверит доступность нового обновления и перекинет. Ну вот здесь он показывал, покажет нам нашу модель, показывает расчет времени установки, можно просмотреть, какие доступны обновления, что добавилось, что убрали, что изменили. Но суть это не изменяет, потому что обновлять все равно надо. Жмем «Установить». Это будет та же самая кнопка, что и в предыдущем меню. Она установит нам последнюю прошивку. Соглашаемся с условиями положениями. Соглашаемся с тем, что нельзя выдергивается шнура во время обновления, жмем «Продолжить». Он сам переводит его в режим прошивки. Он проживается там в 3 или 4 этапа. Первым этапом он заливает прошивку в аппарат, попросит аппарат отсоединить, потом распакует и начнет ее ставить. Там на экране даже возможны интерактивные запросы, на которые нужно интуитивно нажимать, там соглашаться либо отказаться, но в нашем случае всегда соглашаться. Прошивка в принципе ставится автоматически, но единственное, что небольшое вмешательство пользователя она все же требует. Он нам дает инструкцию, что нужно отсоединить устройство от компьютера, включить, подождать перезагрузки, пока не появится главное меню. И потом, подключив компьютер, он зальет, грубо говоря, второй блок обновления. Сейчас мы его отсоединяем. Отсоединяем его от компьютера. Ждем, он начнет делать нужные себе операции. Не прерываем. Вот вверху горит Software Aladdin, он загружает прошивку, распаковывает ее. Ждем окончания, не прерываем. Он включился. Посмотрим само обновление, там побежали проценты, обновляет какие-то Bluetooth, какие-то еще модули, всему нужно дать завершиться, не прорывать, все это где-то в течение там 5-7 минут все делается. И потом вот эти карты, City Navigator и так далее будут работать, 2017, 2018, новые, которые выходят. Вот такая фишка, чтобы обновить карты, приходится обновлять прошивку самого устройства. Все эти операции необходимо делать с полностью заряженным аппаратом. Если зарядка не позволяет полностью, как бы, ну, полностью зарядить нельзя, то есть батареи старые, еще что-то такое. Сам навигатор поставьте на зарядку, и пусть он стоит на зарядке, и делается вся операция на зарядке. Я вам чуть-чуть перемотаю. Все окна проскакали, он включился, нажимаю «Принимать», чтобы попасть в главное меню, на главный экран. Теперь заново его нужно подсоединить к компьютеру, как он просил. Возвращаемся к компьютеру, возвращаемся к открытой программе, которую мы оставили открытой, Garmin Express. Подключаем навигатор к компьютеру. Он там пару-тройку минут подключается, полностью подключится, и программа его увидит. Пошла инициализация.
Он нашел сам навигатор и показывая, откроем показать сведения, видим, что два модуля не доставились. Значит, также жмем установить, жмем продолжить. Он их быстренько доставит, потому что они малюсенькие. И скажет, что больше обновлений нет. Обновлений не требуется. Второй этап без перезагрузок. Просто отключаете навигатор, включаете, грузите карту или покупаете готовую карту, карту памяти, вставляете навигатор и можно пользоваться. Подписываемся, ставим лайк.